паладина каст сбивать в побудителе. Это... О, есть мамонт у кого? Да, есть там много у кого. Вот, поставил. Во, это мы точно еще РС-ку пойдем? Да, я соберу еще РС-ку. Хорошо. Ну сколько пало в рейде, алло, вы не можете каст бить или чё, блин? А там восприимчивость, они просто станы дают просто так от балды. Да, ну просто я, по-моему, был, касты вроде сбивались и не откидывал. Может, не обращаю внимания, но каст точно сбивается. Там, если три раза дать, то на четвертый не восприимчивость. Вот, сейчас. Не кастанул. Просто они подбегают, сразу дают стан, нахуй, думают, все заебись. А давать надо, когда он кастует взрывную волну. А им похуй. Ну там оба стана работают, которые глушат и которые прерывают каст. Ну прерывает каст это поток, это сало. Да раньше Фурика можно было сбивать, сейчас нихера. Мне интересно, так все ломают, блин. Ничего, зуботычная не работает, что ли? Нет, зуботычная не работает. Я бы не орал на вас. Надеяться еще на кого-то, я сам по КД сбивал там раньше. Там работает только Сава и Стан. У Стана есть диминишинг. У Сава, по-моему, тоже. Вы просто сбегаетесь на мобов и даете сразу 10 станов, нахуй. Потом, когда он волну кастует, кто-то дает стан нормальный чувак, нахуй. И он невосприимчивость пишет. А Сава это может протопал щит кинуть. Может раз его поток любой эльф заюзать. Может ДК у души кинуть, может про товар щитом уебать. А должен быть 20, да? И откуда докуда? А, 18. Спасите! Я под этим деревом. От начала. Мне нужна помощь. Первого контроля. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Не, когда заново будет? Это... Нормальный контроль. Через сколько? После 15 секунд. После третьего контроля, что ли? Пал ауру нормально раскидайте и бафайте уже рейд. Слишком
бить, всем похуй. Паладины каста можно сбивать или нет? Они не знают, что это такое, ты чё, они, кто товар сбивает, вон, стан, по КД одному, дайте другому-то. Такие тупые, а. Надо потестить в дуэли. Это получается что? Овца, например, 10 секунд, потом сколько? 3 секунды, потом 1 секунду. Или 10, 5 и 3. Ну это 18. То есть хочешь сказать, вот ты даешь, вот просто я тебе кинул дуэль, ты даешь контроль 3 раза овцу, это уже 18 секунд с первого контроля прошло. Да нет, там после последнего каста нет. И что хочешь сказать, после того как 3 секунды овцы на меня закончится, ты кинешь еще раз овцу фуловую на меня? Нет. Там уже секунды или она там сразу сбрасывается? После, ну какое-то время надо подождать. Так через сколько? Через сколько после трех контролей овцы ты на меня кинешь еще раз овцу на 10 секунд? 15 секунд. Через 15 секунд после чего? После последней овцы. Меня слышно? Я и говорю, что после последней должно быть. Дайте фул баф. Ну, куда пошли болтара первого? Дайте фул баф. Че бафать? Протопал каски, ретрик, кулаки, хулипал монореги. Ну вот, соответственно, основу протопал, первую копию, протовар вторую. Если что-то там протовара не получится, войт все сделает. Если я упаду, заебись будет, да? Ну, на тебя должен я CSS был кинуть. Я не кидал. А фламба ты в хиле сейчас? Ну потом будет хил по пути. Фламба, сейчас ты в хиле. Да, все, вижу, давай гули. Пускай это пьет немножко, то не упаду нахуй. С фула, блин. Хорошо, я пока тоже. А что, рыбу вам надо, нет, поставить? Ну было бы то убить, да. Ну уже поздно. Ну было бы, да. На пол. Копию первую не бейте. Двое сильнее страдания. Уйди его. Сними. Двое сильнее страдания. Завис. Поймай Войт, Геру. Поймай Войт. Не надо Геру, не надо Геру. Ну ладно. Просто не хилили танк. Он убегал вроде как. От клея. У меня сложило. Да, все нормально. Вы далеко резко как-то отбегаете. Дело в том, что есть такое понятие, вот да, вот ты отбегаешь, да, ты его не достаешь. Так ты стой за спиной у него за 20 метров. И отбегай тогда, когда тебе удобно.
Если танк будет отбегать, ты его можешь хилить там. Ой, вы стоите в одну линию, я не могу ближе подойти. Вы все отходите, а вас пробивает троих. Мне было очень тяжело. Вот надо сзади стоять. Я поставил рыбу, хавайте. Поставил мамонт, чинитесь. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь. И запечатала вход. Плямба опять удалится. Че, мне вред рекоспекции? Была кладка яиц в святилище. Уйдите с ребенком. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Кому вред рекоспекции? Виталий. Да нет, на болтаре, на Заритрии надо еще трештанчить. Пятое, все будут 4 хила. Пусть поваром каску. Повару дайте каску, блядь. Сейчас, сейчас. Метки готовятся. Метки с рейда вышли. Метки готовятся. Метки вышли с рейда. Вообще дно какое-то, не говори. Быстрее на коней, не стойте там. Прото пал справа, трэш, прото вар слева, трэш. Это дайте по войду антифир. А, ты же. Нежить или кто-то там? Раза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел! Почему я сейчас Рага не снял Фирову? Чё, Рага? Я юзаю Рагу, я должен снять Фир. Почему я не снял Фир, блин, я не пойму. Не знаю, что пепел.
На 1К обосрался, да что такое? Ты чё, я на босс? Это все потому, что у меня 80 ресы стоит. Все на ту сторону. Да-да. Рубиновое святилище пало. Дайте кулак по паладину по себе. На пушке лимит. Это у нас ДЦ, Х-300, Пауэршам уже есть. Бля, пойдем воет туда, выберемся на нем. Кулдаун с хапа 2 минуты. В ретрика спекайся. Никто не спекается в ретрик. У нас есть ретрик, есть протопал, есть холипал, все. Пишите в РК, кто куда на кого ролит. Все мили тьма, все РДД свет. На пул, пожалуйста, в свету. А. Точно, я вспомнил, Справится в свету, Эршан, Катрист во тьме. Но хэпа в любом случае свет будет. Тебе ткну ДЦ. Эршам и Хэприст будут во тьме. Чё там, все готовы? Но стол только не готов. Кто? Стол не готов был. Идиот. Все, давай пули. Диспел, хэпал, хэприст. Бернагер вар, короче, вали с меткой. Готовимся к метеору. Метеор перебежали. В луже не стоим. Мелики старайтесь на ранже. С лужи вышли. Ты в Гере так же выносишь? Коня офни, типа, на более полезную замените, на кастом ауру, на чё-нибудь. Только не коня. Чё, один метеор? Заходит. Заходит рейд. Косарь, дай метка. Сам себя диспил. Кто сам себя может диспилить, даже их не трогать и будут тупить, будет минус 50 крови. Стерегайтесь тени.
Тащите ничтожные перед посланником смертокрыла. Еру свет удали. ВВ метка, Гера во тьме. Гера в свету, Гера во тьме. Бьем оба мира. Оба мира продолжают бить. Бердингар метка. В чем проблема? Че там? Ну, вар сдох. Лезвие, походу. Амдерис метка. Продолжаем. Да он и под морду бежал на первой фазе. Тупой, наверное. Король, это минус 50. Легенда Вов метка. Топ-код метка. Да я ее уже вынес. Ну, наверное, Свата сорвал игру, но похер. Все. Красавчики, все играц. Говно лук. Тапки на. На ИП заходим. Наручи ролим, ребятки. Охуенно. Саншу, Саншу убьет. Канцквер, ты нахила. Порт поставлю сейчас, не уходить. Если кому надо, Долоран. Милики ролим подвеску. На ИП кто-то будет заходить? На другого перса или нет? Ну, мне лично не надо, только на это, этот перс надо. Сюда накидываю.